Всем привет! Это вторая часть обзора. Значит, я ее посвящаю играм, которые у меня есть. Они старые. Хочу вам показать, похвастаться. Я не знаю, может, лет через 10 я их еще достану. Блин, такая ностальгия. В первой части обзора были такие игры, как GTA 1. Были такие игры, как GTA 2. Sims 1. The Hospital. И был магнат парка развлечений. Значит, во второй части обзора. Идем дальше. Думаю, все помнят. Это мега игрушка. Блин, они у меня все классные. Кармагеддон. Это гонки, в которых надо было давить людей. То, что во второй части Кармагеддона запретили давить людей, и надо было давить зомби. Значит, вот такая у нее была графа. Надо было либо проезжать круги, либо выносить всех соперников. Значит, здесь все по-английски написано. 36 гонок, 7, так понял, видов гонок еще есть. И версия это поддерживает 3DFX. Значит, ну она полностью на английском, но хотя там игра на русском. Вот диск. Диск не оригинальный, ну и ладно. Зато он у меня есть. Дальше. Наверное, где-то должен быть Кармагеддон 2. То, что у меня был. Ладно. Не суть важно. Дальше. Игру, которую сейчас хотят перевести уже в 3D, в нормальное. Это Serious Sam. Тоже потрясающая игруха. По сети рубиться самое оно. Вот здесь диск уже треснул. Здесь тут подрисовал мне рожицу, возможно, я уже ее когда делал. Здесь Serious Sam раскрасили, как Гитлера. Значит, она на английском. Что-то на русском ее, видимо, не выпустили. Но это первый Serious Sam. Диска нет, заметим. Диск где-то потерялся уже. Ну ладно, но он у меня где-то есть. Коробка сохранилась. Далее, прошло немного времени, появился Serious Sam 2. Бастион тьмы. Она не такая интересная, как первый Serious Sam. Здесь больше похоже на какой-то квест. Здесь диск сохранился. Ну, от первого Serious Sam здесь нет диска. Serious Sam 2. Там все уже 3D нормально, то есть она более современная. Далее. Была такая еще игрушка Аэропорт. Просто скучно, неинтересно, я в нее так практически не играл. Диск здесь. Такой. Игрушка Аэропорт. Далее. Всем известны червяки. Армагеддон. Червяки 3. Просто тоже вечная игрушка. Намного прикольнее, чем червяки 4. Вот такая. Далее. Есть игрушка Тропико. Классно, мне очень понравилось. Диск на месте. Это диск оригинальный уже. Там надо строить остров, в принципе, Куба. Идем дальше. Grand Theft Auto Vice City. На двух дисках. Это не оригиналка, но играть можно. Это уже не первая, не вторая. Это уже более современная. Тоже сейчас играют на PSP. Вот. Далее. Где-то есть SimCity первый, но вот здесь SimCity 4. При современном классно, мне нравится тоже стратежка, надо строить свой город. Диск здесь. Далее. Была такая игрушка, как Скорая помощь. По мотивам сериала Скорая помощь. Там надо лечить людей, резать их и так далее. На двух дисках. То есть неинтересно. Далее. Есть энциклопедия «Ваша собака». Ну, я не знаю, год 98-й, вот такой вот, еще Windows 95 требуется. Есть большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. Очень полезная вещь, в школе очень помогает. На двух дисках все есть. Ну, сейчас уже есть интернет, раньше не было. Очень выручало. Где-то должен быть Half-Life 1, есть Half-Life 2. Ну, это уже современная, то, что она сюда не канает. Здесь сталкер каким-то образом оказался.
Postal 2, где-то есть еще Postal 1, Coolie Macrae Dirt, это тоже не отсюда. Горнолыжный магнат. Просто игрушка старая, классная, там надо строить такой парк развлечений горнолыжный. Игрушка Антанта, тоже новая. Не то, не то. Есть промышленный гигант, тоже стратегия, надо строить город и вводить экономику. Здесь альбом Металлики и Counter-Strike, это тоже все новое. Далее SimCity 4, еще раз, еще один диск. Есть записанный диск Max Payne, первый, очень крутой. Здесь, ну, какая-то оперативная память на 256 мегабайт, каким-то образом казалось. Вот, здесь у нас вот. 71-й, вот он, диск. И представляю вам диск Need for Speed 1. Это первый Need for Speed, который вообще был. Сейчас уже, я не знаю, какой 10-й, 11-й, 12-й. Вот это первый Need for Speed. Вот он, диск. Коробки под нее нет, видимо, выкинул. Ну, блин, это история. И вслед за ним, что второго нету, есть Need for Speed 3. Русская версия, тоже коробка где-то посеялась. Вот, это вся моя коллекция дисков игровых. Кстати, если у вас тоже сохранились какие-то старые диски, запишите видео, даже можете там ничего не говорить, покажите, что у вас есть. Мне вот реально интересно. Плюс вот это все через 10 лет, это будет настолько история. Ну вот, всем спасибо, что посмотрели. Всем пока. До свидания.